Крупный промышленник, который занимался производством обуви, решил расширить рынок сбыта своей продукции. Для этого он послал в африканские страны двух экспертов, чтобы те изучили рынок и сделали необходимые выводы. Через некоторое время приходит факс от первого эксперта. «Спешу сообщить, что рынок безнадежен. Здесь все ходят босые». Вслед за этим приходит факс от второго эксперта. «Спешу сообщить, что рынок просто великолепен. Здесь все ходят босые».